Всем привет, с вами Sony. Покатаемся сегодня, ребятушки, в тест Drive Unlimited, тот, что первый, потому что второй у меня по-прежнему что-то работает через жопу, я так и не занимался и немножко подзабил. Хотя игрушка тоже классная, надо будет что-то порешать себе вопрос, чтобы она как-то работала. Воу-воу, что-то я поехал по встречке. Вот, ребят, я что хотел сказать. А если вы заметили, я тут немножко переместился в правый угол, и я себя поставил зеркально, так что теперь я рулю вровень с машиной. Напишите, плиз, ну, в плане параллельно, синхронно, то есть не в разные стороны, потому что вы же меня видели как бы спереди, а игра сзади, грубо говоря, поэтому вот такой вот эффект возникал. Поэтому я решил себе попробовать поставить зеркально по просьбе одного из подписчиков. Напишите, народ, что вы думаете, как вам удобнее и приятнее смотреть игрушки. То есть с таким макаром, добрый день, а и зеркально, либо как было раньше. Потому что мне кажется, что так, по-моему, будет задороже. Правда, бывают такие нюансы, вот вы сейчас... Внизу справа вот не видите скорость. Зато видите карту с другой стороны. Ну и у вас вон на кокпите есть скорость, так что думаю, как-нибудь разберетесь. Ладно, ребят, короче, жду ваших комментов, а теперь что? Предлагаю поехать покататься куда-то. Куда-то на какие-то гоночки, в ТДУшечки. Мы в прошлый раз купили великолепный Jaguar XJ220. Правда, он у меня не тюненный, очень хочется его затюнить. О, он даже людишки в онлайне он имеет какие-то. Вот, 3 человека целых. Надо поехать что-то погонять. Куда-то, что-то. Что дают у нас тут? Так, мы тут попроходили почти что все, что только можно было. Тут куча, правда, шмар прошенных, не пройдены, ну да хер с ними. Поехали именно на гоночки, мы вот как-то вот так вот снизу и вот так вот вправо движемся. Вот тут есть какая-то гонка на время. Что там? Там сало надо, что ли? Ни хера себе ограничение, блин, оно же денег стоит, вагон и маленькую тележку. Хорошо, а что здесь? Здесь у нас 25 косырей, любитель, бла-бла-бла, поехали. Так, я не хочу, я хочу туда телепортнуться. Чё мне туда ехать, если у меня тут нихера не открыто? Ладно, сейчас заедем в переулок. 2 сек, и мы на месте. Поехали. Поехали. Давай, Василий, на своем джипе проезжай. Опачки. Надо будет, наверное, опять перепрошить свой руль. Он так болтается в некоторых играх. Не очень круто. Надо с этим что-то сделать. Так, что тут у нас? Нам тут предлагают сменить машину. А наша сейчас катит? О, Яга катит. Так что, мы на ней поедем? А, нам тут на время надо? Или что? Вождение, 2 круга, контрольные точки. Чё, чё, на время вроде бы. Только надо еще качественно типа проехать. Давай быстрее. Пробуксовка пипец ядреная долго. Ну-ка. Поверните налево. Да. Немножко штрафа схлопотал. Поверните на направо. Картинка темная. А, я думаю, что она темная? Конечно, она темная. Она темная, потому что у меня на телеке я ночью втыкал. Блин, много времени потерял. И яркость понизил сильно, потому что по глазам долбит 70 дюймов, сами понимаете. Твою. Так, ну эту гонку я явно, наверное, слил. А похер, едем до конца, там как будет, так будет. Чё вообще, какое мне время надо? Я штрафов наполовину заработал. 2 круга надо проехать, за 2.25 призовое место. Налево. Поверните налево. Ну погнали. Так, штрафов у меня он 27, чтобы они значили, непонятно. Где-то тут круг сейчас уже закончится, мы все еще на первом круге. Перекрестки налево. Поверните налево. Вот круг. Есть круг, минута 10. В принципе, могу успеть. Ну-ка. Не буду пихать третью. Налево. Повернул налево. Да ладно! На следующем перекрестке направо. Поверните направо. Да ладно, блин. Где там еле вычиркнулся, блин, тем колесом. Уже мне штрафы пытаются припихнуть. Но... Огонь, Вася. На следующем перекрестке налево. Поверните налево. Кочегарим теперь. Так, времечко, 2.04. У нас есть еще целых 20 сек, даже меньше. На 200 метров. С поворотом.
Вот ровно сейчас пройти поворот. На следующем перекрестке налево. Поверните налево. Вон финиш. Штрафы. Штрафы все попортят. Я успел, но штрафы. Штраф 7 секунд. Нихера себе. Давай повтор сделаем. Не, не тот повтор. Тут даже такие повторы есть. Я себе. Не знал, ладно, давай еще разок проедем. Надо за голду взять, чисто теперь проехать, и все будет профит. Гоу, мугаут, мадафака. Ох, он пробуксовывает. А газ чуть приспустишь, он ехать не будет. Поэтому тут палка двух концов. Вот так яга ничего. Опять 25. Хоть оттормозился. На следующем перекрестке направо. Поверните направо. В принципе, тут на этой машинке можно особо и не спешить. Все равно вы должны... Бляха! Штраф, да, да, был штраф. Теперь надо поспешить. Ну не вылазить. Вот эти вот, блин, заковыристости. На следующем перекрестке налево. Поверните налево. Херово я прохожу этот поворот. Ладно. Должно быть все равно все отлично. На следующем. Интересно, когда уже откроется этот... Налево. Поверните налево. Когда я пройду уже на 60 чем-то процентов эту игру, впритык я прохожу, откроется у меня хардкор мод. Говорят, тут дрифт кошерный. Очень уж хотелось бы его заценить. Поверните налево. Немножко правильнее прошли сейчас поворот. Правда, здесь чуть-чуть помедленнее. Направо. Поверните направо. Ну-ка. Вот мой любимый момент. Нет! Говно. Нет, нет, и вот здесь. Все. Дальше тулим. Времени не густо у меня получается. На следующем перекрестке налево. Поверните налево. Должен успеть, мать твою. Штраф этот, интересно, сколько мне его впаяют? Наверное, секунду впаяют. Я все равно должен успеть. Все, две контрольные на точки. На следующем перекрестке налево. Поверните налево. Не разворот, нет? Давай, 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 давай. Давай, 2.22, 2.20, 2.20, даже 2.19. Отлично, голда, стопудовая. Все, 2.20. У нас получается. Give me money, motherfucker, 25 косырей нам забашляли. Отлично. Смотрим, что тут у нас дают. Чего дают? А что? Еще какая-то гонка, я не понял. Открылась что-то перевозка какая, 80 тысяч. Это разговор, я вам хочу сказать. Ехать целых 2 метра, а что я в нее... Или это был я? Это был я, что ли, или что происходит вообще? Нет, это тут гонка. Почему я в нее войти не могу сразу? 80 тысяч, давай. Самое интересное, я вижу тут только гонку на время. А подожди, вот, вот, все. Ха, мы прям на ней стояли. Вот и вся проблема. Что там, чувак? Вы отвезете ее в ремонт? Ламбо. Ну ладно, только верните ее в нормальном состоянии. Уфигарю ее везде, где только можно, твою гаярду эту. Поехали. Так, а что, времени у нас нет? Времени нет. 13 километров. Довезем чистенько, получим. Если чистенько, то 120 тысяч. Поэтому смысла нам куда-то лететь особого нет. Верните направо. Поворачиваю направо. Надеюсь, там никакого трафика не было. Не было. Поехали, так, расслабончики. Люблю я Ламборгини. У меня же такая телега, кстати, есть. Или я продал ее, я уже не помню. Я одну Ламбу продал, точно я помню. И эту. Мурсилага, гребаную. Больную на всю бошку. Так, времени я нигде не вижу. Да, значит, времени нет, окей. Тулим. Кочегарим. Чего бы нам не полетать нормально? 11 км. Так, короче, да, после этой
записи, я с первым делом что делаю, это прошью обратно свой руль. На него прошивки есть, оказывается, всякие. Но вот на новой прошивке я читал, что форс-фидбэк какой-то ватный. Он меня уже задолбал. Честно говоря. Мягкий-то мягкий, но вот... Вот не нравится мне. Лучше пусть будет как раньше. Так. Мусора, отряды голубые. На ремонт Ламборгини, блин. А что с ней надо было делать? Какой ремонт? Просто ТО, наверное, может масло поменять, там, и не больше. Такие машины, на них нужно ездить аккуратненько, так, чтобы не попадать на ремонт. Оп, оп! О, мать твою. Чуть не потерял. Ладно, спешить не будем. Мне вот что нравится, кстати, в Ламбо. У них офигеть, какие длинные передачи. Увидите? Мы едем сейчас абсолютно в свободном, спокойном темпе. У нас около сотни и третья передача. Хотя на любой другой машине это при спокойной езде уже пятая должна быть. А здесь вот четвертая при 120. Обычные обороты такие. 4000 для этой машины — это просто рабочие обороты. Ездить по городу спокойненько, тихонечко. Вот это вот прикольно. И там первая 100 с плюсом у нее есть, если кочегарить. Можно даже проехать. А ну сколько первая? А, 90. А у Мурсилага 100 с плюсом, кстати. Все равно, блин, на первой передаче 90 км. Да хера же. Так, разъехались с парнями, 7,5 км нам еще ехать. Я так бодренько по встречечке еду. Давайте тут вот сейчас никто не будет перестраиваться. А? Как вы ссорите? Ой, я даже нашел кнопочку с сигналом. Я, наверное, в каждой серии об этом говорю. Просто учитывая, сколько игр, везде разные управления, я тупо забываю, где чё. В какой игре. Кулим. А как, кстати, как-то можно было... Опустить я хотел. Не, наоборот. Давай, уйди, там стрелочка окна. Вот. Опустить. Огонь. Просто потрясающе. Поехали, что ли, а то чем мы там волочемся. Вот на торможении даже болтается. Вот это вот именно фишка прошивки руля. Это не круто. Надо с этим что-то сделать. Может, конечно, частичная фишка игры, но, блин. Ярчит руль. Делом. Даешь старую прошивку. Оп, 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 нет! Твою мать! Она вообще не рулится в момент перепадов высоты, то есть ты подруливаешь, а она ни хера едет прямо. Я думал, сейчас улечу в кювет, там еле чиркнусь там тем колесом по обочинке несчастный, и все, ломается машинка. Машинкам она, итальянам она. Поеду-ка я спокойненько сзади него, не буду я рисковать, тут перепады высот мне не нравятся. Вайс, ну ты вообще ползешь 57 км. Я понимаю, что здесь перепады высот, опасности, дела, тулим, короче. Поспокойнее, поспокойнее. Чпоинг, 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 пролезли. А здесь можно и навалить. Огонь. Че это мы так ползем в левом ряду? Это же ж боты. А где? Поверните налево. Теплым женским голосом. Таким. 1,8 км. Оп. Нормуль. На следующем перекрестке налево. Вот. Теплый женский голос, который я хотел услышать. Поверните налево. Поворачиваю налево. Супер, блин. Именно, слушайте, кстати, идеальная такая игрушка именно летом играть. У нас на дворе такое солнце, жара, духота, все дела. И тут в игре тоже едет в джунгли, солнечко. Так круто все. Очень так атмосферненько получается. Давай, родненький. Все?
Получите, распишитесь. Вася. Give me, motherfucker, 120. 120 кусочков. Это ж разговор, а? Вот это я понимаю. Нормально так, под кастрюлили, короче. Поехали еще что-ли? Выполните заезд уровень 2. Еще одна веха вашей карьеры. Заданий 15 из 100. Хорошо. О, 100 заданий. Это же, блин, до хера бабла можно поднять. Это круто. Че? Ты до Униус там что-то пришло. Ну-ка, сюда мы делаем меточку. Сюда мы вот так вот подползаем и погнали мы теперь на нашей обновление яйце. Маршрута. Заводи. Хорошая машина XJ220. Старая, но хорошая. Лучше Ягуар, как по мне. Офигенный. До места назначения осталось 500 метров. О, каешка. Поверните налево. Тулим. Вы прибыли к месту назначения. А что это закрыто? Я не понял. Что у вас нет подходящих транспортных средств? Понятно. Вот это я понимаю, кидалово так кидалово. А что надо вообще-то? 20 тысяч всего лишь. Группа Б это Ягуар, а тут что? Салин, понятно. Да что ж вы с этим Салин так заладили, блин? Тут что у нас? Мода на Салин пошла? 40 тысяч эксперт. Удачный день. Поехали. Что там? А, сменить машину. Да у меня и так эта машина сейчас самая быстрая. 40 тысяч нам запер... А, 194 км. Какая машина канает? Тут похер, ограничения, нет запрета. Ой, блин, не знаю я. Ну поехали. Давай, Яга. 194, ты покажешь на этом треке, а? Со своей пробуксовкой километровой. Отлично. Давай, 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 давай. Оп! 184. На первом было. Едем прямо, наверное. Или нет? Тут где-то поворот. Где поворот? А ездить надо четко, как всегда. Маловато я тут проехал. 155. Что-то пока не получается. 194. Тут скорее на Мурсилага я бы что-то. О, вот сейчас зато мы 200 с плюсом. Давай! 265. А там больше было. Это кидалово. Какие-то радары у вас прокованные. А тут прям перед поворотом. Нет! Прям в заносе, бляха. 97. Очень плохо. Здесь правильнее было бы развернуться. Сколько времени у меня есть? Минута есть. А вот тут тулим. Тулим, тулим. Не, подожди, я туда еду вообще. Я что-то заблудился. Я что-то заблудился, причем конкретно. Нормально кружочек я сделал. Где тут поворот-то? Я думаю, что эта дорога как раз туда, куда надо ведет, да? Кочегарим. Иди на этой прямой. Блин! Маршрут у меня был говёный. Сто семьдесят с чем-то. 178. Где-то еще один есть. Давай. Времечко 20 сек. Не-не-не, маршрут говно, надо будет переигрывать. Где поворот? Где... Давай, ведерочка. Не, машинка позволит, я думаю, держать победу, но нужно оптимальнее путь выбрать. Он вообще был неправильный. Сколько? 187. Переиграть, 10 тысяч всего лишь себе оставьте. Давай. Яга, ты можешь. Давай! И...
Оп! 185. На этот поворот сразу же. Тулим! Предел и... Теперь... Нет, это не круто было. Хорошо, хоть тут не заставляет нас чисто ехать, как было с Мурсилага в одной из прошлых серий. Мичигарим. Так, ну пока не плохие вроде. А, 190 и 185. Не очень хорошие результаты. А прямо я куда проеду, интересно? Опа-на! Или мне на разворот надо бы? Ладно, едем прямо, посмотрим. Здесь вот я немножко потеряю. Да ладно. Нет. Да блин! Быстрее, мать твою, долго все так. Нафига такая перегазовка большая? Пробуксовка в смысле. Надо как можно больше разогнаться. Времечко есть. Минута и шесть. Давай! До упора уже. Боже, быстрее. Вторую нахер. Он на второй быстрее будет, чем на первой шлифовать. Давай, мне надо там по 300. Шестая. А, четвертая, пардон. И... Есть. Отметились. Нормуль. Вот только я хреново теперь успеваю на все остальное. 40 секунд. Да нет, я даже не то, что хреново успеваю. Я, бляха, могу вообще не успеть. Давай! Счет 139. Давай. Ну! Оп! 180. Еще один отметится, и все будет нормально. 20 секунд времени. Вот он, я его вижу. О, так я хорошо сейчас могу пройти тут. Давай! У-у-у, огонь. 228. 100% победа. А, давай я там типа хуже. Да и хер с ним, все равно это золото. 40 косарей завезли нам. Поехали дальше. Так, что дают? Дают. Что дают? Гоночка на время, только не сало. 12 тысяч, группа Е. Что-то тут какие-то днища тазы. Бок, туда. То поехали. Давай. Поехали, тут недалеко, мы прокатимся. Давайте такое у меня на группу Е будет какая-то машинка. А, как вы смотрите на это? До места назначения. Все круто в Яге, но его надо тюнить, чтобы он на второй разгонялся, а не на первый. Потому что вторую, в принципе, он и вторую тянет неплохо на разгон. Очень большая пробуксовка у него на первой передаче. Длинная передача. Больше шлифует, чем разгоняется, получается. До места назначения осталось 1,5 километра. Отлично. До места назначения остался 1 километр. Да ладно. До места назначения осталось 500 метров. И... Вы прибыли к месту назначения. Мы вообще... Чё тут у нас? Сменить машину явно. Проверка мастерства. Старт, чё? Условия не удовлетворяют. Ржо. Сменить машину. Чё у нас есть на Е? А, у нас есть даже две машины. Есть А350Z и Getter 34. А я даже не знаю, 350 и повеселее, но мы на нем ездили, что-то мы на нем сливались нормально. Поехали на Геттере, наверное. Файт. Давай, Геттер, твой час пришел. Тут на время качественно проехать. 8.325, призовой результат. Окай, погнали. Давай, покажи, Геттер, как надо разгоняться, что такое полный привод. Вот Геттер, блин, при быстром переключении он сдергивает на старте, блин, почти всех. Потом, конечно, его нагоняют, но в целом таз добротный. Ниссаны умеют делать хорошие машины. Спортивные. Только спортивные. Оп! Оп! Мяу, пролезли. Кочегарим! Оу-оу! Штраф получил. Чё-то музыка орёт.
Ты чё, блин? Погнали. О, вау, нет! Диспетчер, идите нахер. Диспетчер. Да, заново, твою мать. Потерял машину. Лады. Заводись. Пускайте меня уже. I'm ready. У него, получается, передатчики короткие. И он разгоняется на полном приводе просто офигеть как. Да! Блять! Что ж такое? Давай еще раз. Да, да, я уверен, что я хочу. Еще раз. Ты ж надо было схлопотать лоповуху. Поехали. Мугау. Передатчики короткие, видите, он их выстреливает уже четвертая. Я не знаю, какой у него разгон до сотни, но очень быстрый. Секунд, наверное, за 5 он точно кочегарит, только так. Нет! Да ты, блядь, такая. Вот только есть проблема у этой машины, что она очень нестабильная. Не хочет держаться за асфальт она. Ни в какую. Встречка, встречка. Еще и копы были. Ох ты меня, блин, кошмаришь, трафик. Фишка с ТДУ. Так, минута 50. А нам надо там что, 33 с чем-то. Что-то мы не очень пока успеваем. Поспеваем. Блин, на заднем приводом 350 я бы тут вообще офигел. По этим горам. Кочегарить. Штрафа маленько схлопотал, это очень херово, это будет лишний плюс, а по времени и так что-то все туго. Хотя, может и не туго, я не знаю, еще две точки. Рита! Нет! Фух! Ха. Повезло. Давай, под апексом. Оп! О, я вижу финиш. Ты должен успеть тогда. Не-не-не-не-не, только не ссы, не ссы, не-не-не-не, во, ха-ха. А то я знаю, как там встречка любит порой. Так, штраф фигня, 2.50, а время контрольное было какое? 3.25. Легко. Лайт гонка, просто изи мод. Давай еще что-нибудь, на какую-то одну поедем. Чё-то, чё-то, о, чё-то. Опять на время, шо ж всё на время, блин, 25 тысяч. Картинг? Называется картинг, на время. А чё картинг, куда ехать-то? Очень странно. Че, вы хотите сказать, что я здесь не был, да? Вот не был я здесь. Бок. Нет. Все. Молдова страна чудова. Давай, поехали. Мне ж прямо вроде бы. Или там все-таки заезд. А показывает, что вы заезд по карте не на этой дороженьке. А там я только что был. Неважно, короче, поехали. Так, минута 10. Наше время, чё? Не удовлетворяет. Чё надо? Картинг. Чё, какая машина? Сменить машину. О, нихера. Гаярда, Мерседес. Ну, я прям даже не знаю.
Прям даже не знаю. Поехали на Мерси, что ли, прокатимся. 320. Он идет. А эта телега даже побыстрее будет. 340. Поехали на Мерси. Мерс крутой. Файт. Давайте, выпускайте нас. Круто ж выглядит машинка. Только надо окна опустить. Ох, пробуксовочка. Вась, ты пока стартанешь? Я прям даже не знаю. По-моему, Skyline бы здесь 34-й вздернул бы этого Мерина. Как за милую душу. Тут еще, блин, перепадики. Нормальные такие. Давай, не выпендривайся. Тули. Ты, блин, развернуть же его может этот Мерс. Просто на раз-два. Он такой, падла, нервный. Не видать нихера. А за вылеты штрафы дают, окей. По-моему, тут основной челлендж сейчас будет от того, что это, ёб твою мать, Мерседес. Давай-давай-давай, вижу финиш. Минута один. А сколько надо? А надо минута с чем-то там что-то. Давай! Золото. Огонь. Затащили. Фух, притирочку, ребят, реально, сами видели, впритык прошел. Фу, так что Мерин тоже могет, но только буксует сильно много. Вот тут есть такая манечка у машин, пробуксовка просто километровая. И теряется времени, ну дофига прямо-таки, скажем. Такое. Так, что, ребят, будем потихонечку закругляться на сегодня с ТДУшечкой. Еще раз, просьба, пожалуйста, написать в комментах, что как вам удобнее, с какой стороны, чтобы была камера, зеркально, не зеркально. То есть по-новому, по-старому. А на сегодня у меня все, вам спасибо за просмотр, всем чао. Yeah.